Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет посвящено моей коллекции сумок. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Начну с моей любимицы. Это сумка из магазина Мармелада. Покупала ее года два назад. Хорошая каркасная сумка. Держит форму. И здесь карман на молнии. Здесь написано Мармелада. И здесь два таких маленьких кармашка. Минус этой сумки вот в этом замочке. Он все время отлетает. Если его укрепить хорошо, то никаких проблем. Здесь такой ремешок. Можно носить на плече. А так эта сумка с двумя короткими ручками. Симпатичная. И цвет... Вот такой. Следующая сумка выглядит вот так. Тоже моя любимица. Здесь два кармашка на магнитике. Внутри обычные стандартные кармашки. И такой вот получается посередине отделение на молнии. И здесь тоже. Сзади у нас тоже имеется отделение на молнии. Классная сумка. Весна, позднее лето. Можно, в принципе, такую сумку использовать. Я не знаю, что это за фирма. Здесь написано. Я не знаю. Хорошая сумка, добротная. Года два я ее точно ношу. Пока есть маленький нюанс. Вот эти обшарпанные кончики немножко вот, ну, для, конечно, я не каждый день ее ношу, но сезонно, в принципе, неплохо выдержала испытание. Очень нравится эта сумка. Ну, также есть, бывает, когда мне нужны длинные ручки, вот. Ну, в принципе, на плечо можно закинуть вот такой вот ремешок стандартный. Классная сумка. Вот. Следующая летняя сумка такая Венси. Фирма такая Венси. Я не знаю, что производство этой сумки. Наверное, Китай. Тяжелый из-за этих вот вставочек. Цветовая гамма. На лето я подбирала эту сумку. Так она выглядит. Единственное, здесь я немножко испачкала где-то. Вот. От джинсы. Вот так. Ну, в принципе, тоже. Не очень люблю светлые сумки, потому что они очень испачкаются сильно. Там внутри кармашки. Здесь карман, здесь карман. Я все храню. Или пакеты складываю, или же такие вот по типу бумаги газетной. Вот так выглядит эта сумка. Объемная, вместительная. И здесь вот замочек. Очень хороший материал. Внутри отличный подклад. Плотный, прочный. Прошито отлично. Такая вот сумочка. На лето, думаю, классно. Следующая сумка выглядит вот так. Я ее заказывала на китайском сайте. Обзор я уже делала. Я ее называю сумка с маленькой вмятинкой. В принципе, это не критично. На лето с джинсиками. Сейчас она стоит около 1000 с чем-то рублей. Я ее заказывала за 800 или 900, не помню уже. Вот. Подклад хороший, кстати. И цветная. Не знаю, на лето, может. Может, кому-нибудь подарю. Короче говоря, не решила. Ну, в принципе, хорошая сумка. Яркая такая, модная, летняя. Ну, не знаю, посмотрим. Следующая сумка выглядит таким образом. Я люблю сумки и пакеты больше, потому что они очень практичные.
Вот здесь такие цветочки. Покупала я эту сумку на день рождения, на подаренные деньги. Вот так выглядит. Очень мягкая такая вся, там, пушистая. Внутри вот все видно. Кармашки, отделение на молнии и маленькие кармашки по телефону или что-то. Вот так вот. Здесь тоже обтерлось оно мне, конечно, вот здесь. Это все из ремешка на джинсах. Так. Практичная сумка. Ничего такого особенного нет. Я люблю с ней ездить за город. В основном. Не знаю, что буду сейчас не делать. Шито хорошо. Качество на четверку. Неплохая подкладка, кстати, очень плотная и не рвется. Плюс в этом. Следующая сумка, я ее называю сумка-чемодан. Сумка возьми все из дома. Сумка-дом, да, можно и так сказать. Прошита так, тоже белыми нитками, как и предыдущие. Карманы стандартные, здесь карман. Ну, короче говоря, все так же. Подклад очень хороший. Люблю, когда хороший подклад, и чтобы он не рвался, самое главное. Сзади такой карман стандартный. Обтерлась, конечно, немножечко. Вот здесь. В принципе, я стараюсь менять сумки почаще, потому что они имеют свойство портиться. Но для... У меня, кстати, не кожаные сумки все. Вот. Ну, практично. Большая, конечно. И немножко тяжеловато. Сумка-пакет такой вот. Как бы показать побольше. Вот так вот. Сумка-пакет. Неплохая, скажем так. Что за фирма, я не знаю. Наверное, какая-нибудь китайская ерундистика. Сумка, конечно, скажем так, не на первом месте. В принципе, неплохая. Здесь вот тоже под кожу. Ну, в принципе, плотная, хорошая, добротная, практичная. Неплохая, в общем. Следующая сумка просто кошмар. И ненависть, и любовь. Я не знаю. Она просто ужасная. В то же время она такая клевая. Я не могу объяснить, что именно я имею в виду. Вот. У меня куча эмоций. Вот. Эта сумка была моей любимицей очень долгое время. Она классно смотрится с белым образом. Там какие-нибудь штанишки, бриджики, юбочка. А футболочка белая, вот это все вот так классно смотрится, гармонично, хоть она такая невзрачная и такая вот, вроде ничего такого особенного не нет, но почему-то она мне так нравится, а сейчас ее просто ненавижу. Может, я просто ее очень много носила. Она была у меня и зимней, и летней, весенней. Я не знаю, что я с ней только не делала. Она выдержала практически все. Единственное, у нее порвалось здесь дно. Не дно, а вот в кармане. Дырка образовалась, и туда упала какая-то фигнюшка. Короче, заяц свалился туда из киндер-сюрприза. Вот. И внутри подклад ужасный просто. Это бантичковый какой-то подклад, который... рвется. Сумка легкая, вместительная. Я даже ее хотела пару раз взять в путешествие. Но не знаю, она у меня как раритетная. Лежит как мой мини-талисман, что ли. Сумочный талисман. Можно так сказать. В общем-то, вот такая вот сумка. Сумку-пакет. Я обожаю, конечно, эти сумки. Я уже говорила. Вот такая. Вот эта сумка просто потрясающая. Я ношу ее 3 месяца, где-то с января, с конца января. Сейчас апрель.
Вот такая вот потрясающая сумка я заказывала на сайте AliExpress. У меня просто зашкаливают эмоции. Она такая классная, очень прочная, добротная. Можно сказать, она прошла со мной зиму, месяц, да? И вот сейчас весной я ее ношу. И хоть бы что, единственное, вот здесь вот картончатое дно, оно у меня вот так вот сложилось, потому что я эту сумку хранила с ноября или октября месяца, не помню. Вот. Классная, потрясающая сумка. Вот. Посмотрите, если вас заинтересует, посмотрите там сайты с китайского, заказы с китайского сайта. Вот. Ну, просто потрясающая сумка. И в носке идеальные, и внутри вообще. И все, кто видит эту сумку, они говорят, где ты ее купила? Классная сумка, вообще отличная. Вот, супер. Начну с маленьких сумок. Не нашла еще одну большую сумку. Вот такая вот сумочка. Я ее покупала ING, что ли, в магазине. Кладчик такой. Я думаю, буду использовать его для путешествий. Сложить туда паспорт, какие-то мелочи. Очень много. Вообще-то я его покупала для платья. Ну, сейчас можно использовать. Отлично, мне нравится такая интересная сумочка. Правда, я ее пару раз только носила. А скоро улетаю отдыхать, возьму ее обязательно с собой. Вот так вот она выглядит. Ну, продолжу вот таких маленьких сумочек, раз начала клатчей. Такая вот с тремя отделениями. Опа! Секретик. Вот так вот оно выглядит. Здесь цвет не такой, как на видео. Вот, зеленоватый такой. Фокус, мокус, не получается. Вот так вот. И здесь замочек. Что-то оно у меня помялось. Лежит просто. Здесь есть и большой ремешок, вот этот зеленый цвет, который на самом деле и есть. Чуть-чуть ярче. Просто лежит, не использую ее. Подбирала к платью. Неплохой вариант, кстати, на лето можно даже. Ну, лежит, в общем-то. А минус клатчей в моем случае. Я не очень люблю такие маленькие сумочки, там куда-то сходить, бегать. Всегда в машине оставляю их. Вот, так что такой вот вариант. Вот такой еще клатчик у меня есть. Я не знаю, в каком я была состоянии, когда его покупала. Он тоже яркого такого зелененького цвета. Лазурного зеленого цвета. Почему-то здесь на видео он какой-то голубой. Ну и вот этот ремешок тоже такого же цвета, как и сумка. Одно отделение, тоже на кармашке, все такое. Может, цвет, вот этот цвет как раз-то и он передался наконец-таки. Сзади такой. Все смеются надо мной, говорят, зачем ты купила такую ужасную сумку? Я ее никуда не ношу, почему-то, я не знаю, я же говорю, в каком-то состоянии я была, не в таком. Легкая, кстати, мягкая и очень такая приятная. Не знаю, может, куда-то буду носить. Посмотрим. Вот такая вот сумочка. Еще вот такой вот захлобыстинский клатч из магазина Центра. Центр вроде, да? Центр обувь, не помню. Обычный картончатый каркас такой. В общем, сумку, я не знаю, я ее вообще зачем купила, просто лежит. Вот, так что кто-то у меня даже ее брал, вернули зачем-то, хотя я сказала не возвращать. Всем спасибо за просмотр, это были мои некоторые сумки, которые я ношу. Всем спасибо за внимание, очень приятно, что вы меня смотрите. Спасибо большое, всем пока.